Криозотом пропитывают шпалы. Эта маслянистая жидкость желтоватого оттенка придает дереву не только цвет, но и специфический запах. Он поражает гнилостные микроорганизмы и служит в качестве природного антисептика для защиты древесины. 300 штук – первая партия шпал, которая прибыла на базу УПТО-ЭКО. До конца июня должны подвести еще 142. Все они потребуются при замене вышедшего из строя путевого оборудования. Хоть и разгоняются тепловозы здесь всего лишь до 15 км в час, но возвышение одной рельсы на другой не должно превышать нормы. Это выправка пути идет на литр шпалоподбойки. Соотношение одной нити против другой нулевое соотношение. Бригада из 11 монтеров должна обойти весь железнодорожный путь, который находится в ведении Лангепас нефтегаза, а это 22 с лишним километра, и проверить по уровню это соотношение. После этих работ производится заправка балластной призмы, плеча, и мастер-бригадир меряет дальше путя, и где требуется устранение просадок, пустот. Ультразвуковую дефектоскопию рельсов провели еще в мае. Выявленные недостатки планируют заменить до окончания летнего сезона. Да, мы успеваем. У нас еще работают субподрядчики, которые нам помогают. Также производят ремонт путей, замена шпал, выправка, рихтовка и так далее. Смазка стыковых болтов, покос травы, покраска стрелочных переводов и перешивка пути по шаблону – весь этот комплекс мероприятий входит в летние путевые работы. В июне также планируют заменить крестовины и брусья на стрелочных переводах. На путях товарного парка с наливной эстакадой УППНГ в мае уже заменили 300 шпал на новые. Здесь на базе Лангепасской базы УПТО-ЭКО отремонтируют еще 436. Айгуль Мамошина, Станислав Крумко. Специально для новостей.